Итак, добрый день, друзья. Приглашаем вас на турнир памяти Арутюнова Валерия Арамовича. Сегодня у нас стартует этот турнир, как я уже сказал. И первыми у нас сегодня... Так прозвучало, друзья, у нас минута молчания, как я уже сказал, в честь памяти Арутюнова Валерия Арамовича. И начинается у нас поединок, начнется в ближайшие секунды. Латц и АМ Эстейт открывают у нас турнир. Безусловно, будет очень интересно. В самых серьезных составах у нас и самых, я думаю, оптимальных подошли к этому поединку команды. Все соскучились за большим футзалом, и я думаю, сегодня очень яркую игру нам продемонстрируют как одни, так и другие. Ну, там был первый Тесля на мяче. Давайте. АМ Эстейт. Никита Лоза, голкипер команды. Полевые у нас Александр Кабаненко. Александр Кабаненко забивает автогол. Первый гол в нашем поединке уже на 31 секунде. Срезал Александр мяч в собственные ворота. И 1-0. Лат выходит вперед. Кабаненко перехватывает мяч, идет вперед, есть Бережной, получает передачу Алексеев, касание пробивает и забивает Алексей Бережной. Но здесь разобрались опытнейшие игроки. Александр Кабаненко, Алексей Бережной на двоих. Загнался, вон, он все-таки сумел дать передачу, Ридный с мячом, против него сразу двое. Борется, дает классную передачу Маржиновский. Будет удары. Ридный, ну забивать уже нужно. Или хотят занести мяч буквально за линию ворот. И все-таки забивает. Ну слишком сильно уже сели в свою штрафную площадку игроки АМ Эстейт. Пустые ворота, Пархун не стал забивать. Ой, Ридный как здорово играет. Ну, здесь будет 3-1. Без сомнений. Дубль Сергея Ридного. 3-1. Спокойно Сергей разобрался с Кабаненко. Бережно. Прострел и автогол у нас 3-2. Сокращает до минимума отставания в счете. Кипер АМ Эстейт. Вперед, Фролов. Бережной его прессингует, но остается с мячом игрок Лада. Здорово, будет удар и проходит передачу. Забивать нужно, какой розыгрыш. Фролов классную передачу отдал на партнера, и Тесля уже расстреливал голкипера. 4-2, брата, преимущество в 2 мяча у Лада. Ну и Маржиновский 5-2. Без проблем Маржиновский справился с Бережным. Бережной у нас оказался в роли голкипера. Видим, голкипера номинального. Ничего не смог противопоставить он удару. Подольский теряет мяч. Макшанов, пустые ворота, и забивает Михаил. 6-2 счет становится. Салабай налево, здесь Бондаренко, пустые ворота, Антоник забивает, а нужно уже и забивает Максим Антоник, 6-3 счет становится. Эстейт никак не будет. Классная передача, забивать нужно и... 6-4 счет становится.
Ну, пробивать нужно, времени уже нет на розыгрыше. Бить, удары, залетает мяч, 6-5. Одна секунда остается, возможно, игра еще минутку, полторы, и увидели мы бы невероятный камбэк. Нужно сделать вперед, и все. Вот на этом теперь официально матч закончен, 6-5. 6-5, прекрасный поединок. Друзья, напомню, на N3 там сейчас придут, поэтому далеко не уходите.